Утро следующего дня. Встали, покушали. Сейчас грузимся в автомобиль и выдвигаемся. Проедем примерно километров 6 через поля. И потом еще будем идти пешком где-то километра 4. И потом будем рыбалить. Раньше под одно было зрение, потом поменялось, а сейчас смотрю, опять поменялось. Вот. Что поделаешь? Опять поменялось. Может, мы молодеем? Да. Наверное, мы молодеем, если мы такие расстояния ходим, блин. А молодежь даже не ходит, как мы все делаем. Дорожка не совсем легкая, я бы сказал. Проехать, конечно, тут, наверное, можно. На каком-нибудь вездеходе. С большими колесами, с низким давлением. А так только пешком. Но уже прям пар из ушей идет. Ну вот. Вчера мы здесь рыбачили одни. Сейчас тут уже три рыбака сидят. И нас еще трое будет. Унки замерзли, так что новые рядом свежие. Я вон, видишь, какие делаю сам. Ну, это как жучок. Какой-то жучок, как будто настоящий. Угу. Тебя на него должно клевать. Должно, вот сейчас попробую. Дядя Веня ловит на глаз окуневый. Хитрый прием. Подсаживает окуневый глаз на блесенку. И драконит окуней. И пока что получается у него это лучше всех. Сразу пьем на мормыш. Раздраконил его мормышем.
Вот там. Вот это окунь. Вот это я понимаю. Кушина. Дядь Вень. Того, как поймал несколько рыб на мормышку, значит, мормыш с латунным шариком, решил взять мормышку чуть побольше, то есть простой мормыш без шарика, и вот такую вот удочку свою. Видео по изготовлению ее есть на канале, так что проходите, смотрите. Ну, сейчас попробуем ловить на мормыша. Я думаю, что на него будет хорошо клевать.
Юг добрый. Пей, ешь. Ну, вот такие вот. Угу. Я всем всегда говорю так. Вот попадет человек на клев где-то, на какую-то бесионку или там что-то, и говорит, вот там наледь, там клюет. Это он попал просто где-то. А потом в жизни приходи, и там не клюнь. А бывают такие дела. Что, хреново клюет сегодня? Вообще затухло. Вообще затухло? Ну, новые дырки вот там, сверлил в одной. Стоит, на свежей немножко это сактивизировался. Сейчас у сосны поищу эти коряшки собрать. Угу. Ну что-то как-то клёв прекратился. Сейчас попробую засверлиться по руслу. Возьму удочку чертиком. И попробую найти рыбку, которая все-таки активна. В Ютуб. Ух ты. Неожиданно. Я не был к такому готов. Какой? Рыбалка Владимир Зуев.
Вот он. Вот про этих я и говорил вам, окуней. Понятно. Первый такой? Да. Хороший. Сивый. А? Какой? Ну. Вот он весь сюда пришел. Да. Давай, давай. Кай. Все, окунек? Да. Вот, на блесну уже попал. Ну вот, теперь понятно, как рыбачить. Жарко. Сразу, да? Вот и подошла к завершению наша двухдневная рыбалка. Стоит отметить то, что сегодня у меня получилось поймать несколько больше окуньков покрупнее. Рыба поначалу клевала на том месте, где мы ее вчера ловили, но потом клев затих и рыба куда-то ушла. Поэтому пришлось взять ледобур и немного посверлить, походить, побурить и поискать. В конечном итоге рыбку мы нашли, для дивения получилось поймать достаточно хорошего такого окунька, где-то на полкило. Отец тоже немного половил. Рыба сегодня клевала на разные мормышки. Клевала на мормыш мой с шариком, на мормыш обычный. Также я половил неплохо на чертика. В общем, стоит отметить то, что это была классическая безмотылка. То есть ходишь, буришь, ищешь рыбу. Если нашел, то она клюет. Я надеюсь, что эта рыбалка вам понравилась. По крайней мере, для меня это была очень такая классная, душевная рыбалка в течение двух дней. Мне все очень понравилось, я надышался воздухом. К сожалению, не получилось сегодня поснимать так, как хотелось бы поснимать, потому что изначально на том месте, где мы рыбачили, было довольно-таки много народу. Но, тем не менее, все-таки хороших окуней мы поймали, на поклевки посмотрели, душой отдохнули. И я вам искренне желаю, чтобы ваш первый лед был точно таким же, как и у меня. Если это видео вам понравилось, ставьте ему палец вверх. Ну а у меня на этом все. Увидимся с вами в следующих видео. Всем пока!
Вот такой, наверное. Ну, да? Вот у меня два таких клюнул, вот два таких. И вот этот. Потом этот клюнул. Вот. Видишь? Вот крупный. Его вот нельзя этот брать на рыбалку, он такой всегда. Всегда ловит? Так он всегда вот, ему везет, как он. Я вам сказал, что сегодня будет бродить крупный окунь. Я же не ошибся. Бородить. Только мы не искали его, блядь. Вот и все. Ты искал, но плохо искал. Не в том месте искал. Чуть-чуть не дошел до этого окуня ты. Буквально чуть-чуть не дошел.